Так, можно говорить? Нужно. Здравствуйте, дорогие телевизоры, как раньше, где-то я слышал в какой-то передаче российской много лет назад. В общем, всем здрасте, всем привет. Вы находитесь в замечательном месте. Это Art Hall Тель-Авив, который предоставил такую возможность многим людям, которые теперь могут просто прийти так запросто, выпить пиво или виски и поговорить. Вот. Ну, сегодня, значит, я хочу сказать о том, что у нас сегодня день рождения, буквально в смысле слова. Это наша программа, она дебютирует сегодня. И вот первые гости, так сказать, в дебюте, это, в общем-то, могу сказать, легендарная израильская группа «Сказка», которая, представляете, до сих пор жива, дай бог ей здоровья. Несмотря ни на какие годы, я, Сережа Зурабян, это основатель, лидер, мотор, сердце, печень, нет, не печень. Нет, печень нет. Печень нет. Душа. Душа. Нет. Душа. Душа, тоже. душа. Душа у нас Алиночка Петрова. Это вот, ну про женщин же говорят обычно. Ну да. Душа. Вот душа. Хотя вот Сережа говорит все время, что у них в коллективе матриархат. Вот. Ну, если такой матриархат, то, в общем-то, ребята, сдавайтесь прямо сразу, все в порядке. Ну вот, возвращаясь к передаче. Значит, я вас познакомил, Сережа, Алина, дальше будем разговаривать. А хочу сказать вот пару слов о самой передаче, потому что она называется «Музыкальная кочегарка». Значит, для любителей русского языка, которые сейчас будут мне пальцем в телевизор или в компьютер тыкать, сказать, это не кочегарка, а кочегарка. Я знаю, кочегары. Но мы, наша задача раскачать. Понятно, подпалить. Говорить когда можно будет. Да, поэтому у нас кочегарка. Я думал, кочегарка. С Борисом Орловым. Да. Вот, ну что, значит, потому что, в принципе, смотрите, много лет назад еще было, там, еще лохматые 70-е, 80-е годы, все, как бы, будущие лидеры, звезды, они где тусовались? Они тусовались в котельнях, в дворницких, ну, что, далеко ходить не надо. Виктор Цой со своей Камчаткой. И же с ними. Потом в Москве, ну в Москве кого я знаю, это, допустим, это Пенкин Сережа. Он, значит, учился утром, днем он пел в ресторане «Космос», а ранним утром он подметал двор. То есть, в принципе, нормальные музыканты проходят через горнило, так сказать, трудностей всевозможных. Вот. Ну и поэтому, значит, я думаю, что теперь понятно, почему мы называемся «Кочегарка», наша передача. Вот. А для первой передачи я подумал, что будет нормально, но пока как бы коллективы, которые мы будем приглашать сюда в качестве гостей, которые будут вживую работать на сцене. А мы с ними будем беседовать, смеяться, разговаривать, слушать. Вот для первого я решил просто сделать такую ретроспективу. Поскольку я знаю Сережу уже большое количество лет. Достаточно. Да, достаточно. И, как, и у меня в то время тоже родилась идея создать коллектив, который называлась «Попойка». Наша группа называлась «Хутор Бенд Попойка». Замечательная была группа. Да. Мне она тоже нравилась. Вот. Она, это первая в истории, ну, первые, ну, я надеюсь, и последние, потому что вторых больше не было. Нет, других таких не будет. Вот. Почему? Зачем ты забираешь у меня кота? Ага, это зритель, да. Это один из героев. Вот. И это так сложилось. Помните, у нас была программа «Сказочная попойка». Да, то есть да, мы решили сделать, помню, какой-то концерт. Я не помню, где это было. Не то в Бершеве, не то в Тель-Авиве, не помню. Я думал, что это или, в Петах-Тикве было. Или в Петах-Тикве. Вот. «Сказочная попойка». Но на самом деле, вот это проведение, потому что и название сумасшедшие, так. Люди все не пьющие, просто абсолютно были. Да. Вот. И погуляли, и, потому что мы любили сказку, сказка любила попойку. И, в общем, было все замечательно. И мы возлюбили друг друга. Возлюбили. Поэтому, да, как бы, и я решил, что для первого эфира будет, наверное, нормально повспоминать наши, так сказать, песни десятилетней давности. Угу. Поэтому мы будем с ребятами разговаривать.
я буду им задавать вопросы, а между этими вопросами и разговорами будут проходить ретроспективные наши моменты жизни, наши клипы, которые были в то время. Вот. Ну, кто-то помнит, вспомнит, кто-то не видел, увидит, а там дальше судите вам. Вот. Ну, в общем-то, это для начала. Нам, конечно, скажут, когда мы будем переходить на первый клип, но я тогда в таком случае, я сейчас вот что скажу. Начнем с самых первых вопросов, которые, как обычно, задают. Вот. Ну, как называется коллектив, мы уже знаем. Это легендарная сказка через Z. Правильно, Эти? Ну, правильно, да. Вот. Ну, а почему она так называется, это сейчас расскажет Сережа, поможет Алиночка. Окей. Почему так? В принципе, на самом деле все очень просто. Мы находимся в стране, в которой Z, да, это. Да, то есть СКА – это СКА. Это вот, СКА – за СКА. Все. Как бы здесь далеко ходить не надо. То есть не от слова СКА – это формат музыки, СКА. Ну, вы же играете почему? СКА. Формат музыки как раз-таки СКА. Да, а, СКА – за СКА. СКА – это СКА. Это что? Ну как ты? Иван Иванович, Семенович. Ну да. Так, ну, для начала. А вот идея сама… Образование. Вот ты был, вот ты сам пришел и думаешь, такая идея, блин, СКА хочу. Угу. Есть, где набрал замечательных ребят? Ну, встал на трибуну. Алло, гараж. Не алло, гараж, я сказал, те, кто меня любит, за мной. И сколько народу побежало? Ну, сразу человек 7. Ты как-то их рассеял? Не, на самом деле все было по-другому, конечно, как бы, я не Жанна д'Арк, к сожалению. А вот, нет, ну, понятно, вот писались они, тексты писал ты? Не только. А, то есть это все коллективный, так сказать, процесс? Был предварительный какой-то, знаешь, такой заброс в плане плавно-грубо, назывался так грубо. Ну, мозговой штурм такой. Да, такой небольшой мозговой штурм, как бы мы так несколько песен сделали, под влиянием, допустим, таких групп, как «Пятница», там еще что-то, да, ну, так, для того, чтобы это было очень позитивно, потому что нам нравилось ездить куда-то там на всякие фестивали там и так далее, и сделать это как бы красиво. Вот, написали несколько песен, они понравились всем, нас там начали приглашать, там 50, и все. А первая потом... какая-то была, вот самая первая? Самая первая – «Намба на бананы», мы ее до сих пор не играем. То есть она написалась, спелась? И больше не повторялось, да? Не, почему она повторяется? Мы на репетициях периодически. То есть потому что в перспективе вы будете здесь вживую играть? То есть она, то есть первая песня, возможно, вот так сказать, песня, которая родилась? Ну, да, она в проекте. Да, потому что как бы интересно просто, с чего как бы это, откуда эти самые бойцы идут? Ну, то, о чем я сказал, собственно говоря. Так, нормально. Так, а вот в принципе все ребята, ну как бы, ты выбрал формат, вот ваш, СКА. А вот как ты относишься к коллегам по цеху, в принципе? Вот то, что у нас, в данном, возьмем в Израиле. Есть, конечно, приоритеты дружеских, хороших отношений, а в принципе, вот рок-группы, которые в Израиле есть, были, может быть, есть. Посмотрим. Но ты к коллегам относишься как? Полная анархия. То есть как в песне? Нет, это как советы. То есть все выбирается исключительно сообща. Ну, то есть споров поэтому нет. То есть, вот... Нет, нравится, не нравится. Естественный отбор. Эволюция рок в Израиле. Ну, да, рок-н-ролл forever, да, рулит. Ну, в принципе, ладно, подходит. Ответ принят. Так, ну вот про это мы уже поговорили. Ну и, судя по всему, ты не искал музыкантов. То есть ты просто крикнул, и они к тебе пришли. Ну, я не кричал особливо. Ну, ты где-то, вы же где-то... Да нет. Как-то нет? Нет, вы просто познакомились. А, подожди, это не были друзья до этого? Нет, ни в коем случае. А, вы друг друга вообще не знали? Да, абсолютно не знали. Ну, это вообще смелый поступок, так, да?
принципе. Ну, но ты, подожди, ты их... Ты знаешь, это более чем смелый поступок. Это как будто ты шашкой на голову скачешь. То есть, в принципе, не знаешь, куда прибежишь. Ну, типа, не знаешь, чем закончится. Чем закончится. То есть, старт есть, финиша не видно. Ну, все, нормально. Ну, смотри, я думаю, что, наверное, вот сейчас будет самым правильным, мне кажется, показать вашу визитную карточку. Потому что, насколько я помню, вот она, ну и даже в группе, альбом так назывался, и в Фейсбуке страничка так называется. Это, в принципе, ваша, ты потом про нее расскажешь, про эту песню. Вот, у меня по поводу этого несколько мыслей. Песня называется «Ежи», вот ее сейчас покажут. Просто у меня, когда я услышал первый раз, что песня называется «Ежи», я вспомнил анекдот. Или мультфильм, или анекдот, или где-то по телевизору, когда бежит ежик и хохочет, у него трава ему живот чешет, понимаешь? Mm-hmm. Вот, в принципе, услышав эту песню, я почему-то у меня перед глазами этот бегущий ежик по высокой траве, понимаешь? Не, ну там много можно найти, на самом деле, всяких аналогов, да. Ну, значит, тогда мы можем посмотреть, да? Сейчас. Будет тогда ваша визитная карточка. Песня «Ежи». Нам, так сказать, подвалило счастьем, была в свое время возможность снять ребят. Ребят, так, единственное, что очень переживает по поводу, что там может быть качество, там ноты перепутаются там, или еще что-то. Песня на самом деле хорошая, всем понравится. Вперед! По лесной тропинке мы идем гуськом. Впереди вожак, на спине с грибом. Наши лапы сильны, а колючки остры. Убирайтесь, туристы, ведь сюда пришли ежи. Ежи, ежи, ежики. На лесной опушке мы лагерь развернем. Вместе сядем с друзьями и песню споем. Песню споем о том и о сём. Тихо примем на грудь и двинуться в путь. Ежи, 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 ежики. Летит сова и крикнет. Улетай, сова, обратно в тайгу. Если встретится волк, а ведь встретится волк, мы свернемся в клубок, ежи свернутся в клубок. Ежи, ежи, ежи. Идут лесные ежи, лесные ежи. Живи, не отложи, живи, не отложи. На всех положи, на всех положи. И тихонько скажи: ежи, ежи, ежи. Yeah.
Ну что, ребят, вот прослушали вы этот легендарный опус «Ежи»? Мы, да. Да. Вот. А теперь, значит, я хочу, вот мы были с тобой, теперь я хочу с Алиной поговорить. Она с душой коллектива. Ты как влила, душа, как ты влилась в коллектив? Кто тебя позвал? О, это очень интересно. Давай я тебе помогу. Да, помоги, пожалуйста. Сейчас, секундочку. Меня извините, кто это видит. По центру. Вот так. Опа. О. Угу, да. Спасибо. Да. Ну и так, каким образом, так сказать, это случилось? Ну, мы в очередной раз гуляли где-то в лесу. Пьянка, шашлыки, вот, да, да. Гитара. И я там что-то подпевала, я очень люблю петь. Это я знаю. Серега меня увидел, услышал. И говорит, ух ты, как здорово. А давай к нам. Я говорю, да нет, вы алкаши, я с вами никуда не пойду. Сначала выпить. Сначала, да. Через полчаса я согласилась. Ну, ты уже знала же репертуар, ты могла подпевать? Нет, я не имела. И ты даже о них вообще ничего не слышала? Ну, Сережа сыграл несколько песен на гитаре. Я сказала такая, окей, это интересно, это прикольно. Я попробую. Но прикол еще в том, что они не брали всех, они мне делали прослушивание. То есть стояла очередь. То есть женщин, был да, да, был конкурс. Из одного человека, да? Нет, были претенденты, была, да, я знаю их лично, да. Я тоже их знаю, подошли. Наверное. Я думаю, что да. Я думаю, что да. Ну и так получилось, что из всех они отобрали или да. Душой, да. Тело угадало с душой. Тело как, приняло душу? Тело взаимодействовало с душой. Нормально. Тело до сих пор иногда получает. Просто я знаю. Нагребает. Нагребает. Да, просто он нет. У Алины папа еще музыкант. Ну да. Как их поискать? Дочь привет басиста, папе, кстати говоря. Да. Вот. А папа как отреагировал? Ой, он всегда был очень за. Он с самого детства водил меня. Он мечтал увидеть дочь на сцене? Нет, он просто меня как-то приобщил к этому еще, когда он играл с командой Ноя. У них немножко поработала на подпевках, мне с понравилось. Команда Ноя? Но. Команда Но. Была такая группа. Саши. Да, Саши Котлера, отца русского рока Израиля. Вот его. Ему будет это приятно услышать. Ну, в курсе, так его и называют. Потом была группа Фризван, и на их репетиции я тоже приходила, и мне очень нравилось. Было очень здорово. И когда он узнал, что я уже немножко отпочковалась и пришла в другую группу, конечно, очень обрадовался. Ну, это и сколько это уже прошло? Женщина не спрашивает о возрасте, но сколько лет в коллективе же, можно спросить? Хрен его знает, отвечаю все. С 12-го года. С 12-го года это получается 9 лет. Уже 9 лет. То есть ты подростком практически пришла? Да, да. Зеленый, не испорченный. Эх! Они меня молодые, покраснили и испортили. Ну ничего. Смотри, ну тогда не знаю, но вы можете оба отвечать. Вот какие стили? Вот у кого приоритеты? У кого какие. Ну, твои приоритеты я понимаю. Чем более разгильдейский рок, ну, да, тем лучше. Ну, естественно. Да. Естественно, по той простой причине, что если у тебя есть свобода, так. Ну, анархия. Ты используешь, да? Но не панк, И панк тоже, и почему панк нет? Тоже, да? Нет, там винегрет. И это тоже, почему нет? Ну, главное, чтобы душа развернулась. Вот, кстати говоря. Я считаю, что да. Ты вот сейчас на все 100% прав. А что скажет душа в этом случае? Нет, все верно. То есть, коллаборация всего. Приоритеты есть какие-то? А душа, кстати, развернулась. Да, да. А приоритеты есть какие-то? Только один, чтобы она была классной. Вот, когда на репетиции. Нет, начинаю. Ребят, вам понятно. Я говорю, приоритет, вот что слушается. Вот ты просто садишься в машину, или у тебя какой-то плейлист есть. Вот ты бы что, это оставим ваш формат, и что вы поете. Я уже понимаю, что это как бы вот как душа ляжет. А что слушать вот больше? Ну, я надеюсь, не шансон. Очень так. Я осторожно спросил. Ну, смотри, на самом деле шансон тоже может быть достаточно очень одаренным. Поэтому я осторожно спрашиваю, потому что, да. Шансон тоже может быть одаренной музыкой, по факту, ну, да? Да, есть, да. Там да. Очень интересная смысловая нагрузка иногда бывает и все остальное. То есть и ни в коем случае нельзя смысловая это убирать. Нет, это, нет убирать нельзя. Смысловая из творчества. Нагрузка в шансоне, она очень зависит от
качество и количество алкогольных напитков. Ты какой шансон имеешь в виду, французский или... Нет, я имею в виду русский. А. Тогда отстань. Ну тогда ладно, я не знаю, что тебе ответить. Потому что, ведь когда... Вау! Тогда можно пить что угодно. Но в принципе, что ты любишь включить в машине и послушать? Есть какие-то приоритеты? Ну да, конечно. В основном это рок. Но вообще в любой композиции классно, когда есть начало, кульминация и конец, неважно, о каком музыке мы говорим. И слова? Слова не обязательно составляющие. Слова — это составляющая именно русского рока. Когда ты, да. Когда ты не слышишь музыки, а тебя интересует только содержание. То есть есть симпатия к русской музыке и любовь, симпатия к западным, где, допустим, ты не знаешь, на хинди поют, но музыка хорошая. Я думаю, что такой вкус он развивается с возрастом. А рок я люблю просто по старой памяти. Но это у тебя генетически. Да, на этом просто что-то завязано. Да, но с возрастом я прихожу к тому, что мне нравится уже качество больше, чем текстовое содержание. Ну, да. Потому что русский рок — это все-таки это симбиоз музыки и текста. Потому что. Иногда только текст. Ну. Ты не говори об этом русским музыкантам, что только хорошо, текст. Это будет мой секрет. Потому что они скажут, как так? А мои запилы? Нет, ну понятно. Ну, на сегодняшнем фоне запилы выглядят смешно. Да. Когда-то это было круто, сегодня уже нет. Ну почему? Запилы до сих пор круто. Ну тогда ладно, с этим поняли. А вот есть какой-то у вас концерт запоминающийся? Вот то, что вот был ух! Вот. Я так думаю, что это был концерт в Саблайме, когда мы собрали где-то порядка там почти 1000 человек. Вот, и все ушли довольны. Угорели все. То есть угорели сами, да, со сцены там все. То есть среди русскоязычной публики в Израиле достаточно сложно это сделать. Я таких примеров не помню. Вот я не помню, чтобы русская группа... Почему вы легендарная команда? Ну, легендарная, потому что как Махно. Тысячи человек собрать. Я говорю, анархия. В Израиле, где нужно палками загонять людей на концерты, в принципе. Но это хорошо. Это какой год был у нас? Ух, сейчас, дай бог памяти, на самом деле. Тоже старее, могу не запомнить. Я думаю, что это вот было лет 10 назад. Это уже Алиночка была, да? Нет, Алиночка к нам пришла чуть-чуть попозже. Но с Алиной у нас были тоже очень классные концерты, и тоже мы собирали кучу людей. В Барби мы очень хорошо отыграли. В Барби, все остальное. Барби, да, там Барби. Еще забить Барби. Забить Барби, это да. Но это был фестиваль все-таки. Были не только мы, но было забивали очень... не мы. В принципе, смотри, но на самом деле вот эта долбанная пандемия закончится, может быть, все-таки уже... Потому что я... Сколько раз я хотел возобновить попойку, но всегда что-то мешает. Ребята... в силу занятости, кто начал работать, кто детей, кто рожать начал, кто еще. Ну, и так у нас, так сказать, делать людям нечего, закончилось. Скажу. А вот вы молодцы, я прямо вам завидую от всей души с радостью. Не работаем, не рожаем. Не, ну по крайней мере... Да. У нас девиз такой. Желаю вам, так сказать, повторить этот рекорд Барби опять. Да, спасибо. А тем более, что после пандемии есть шанс. Люди соскучатся. Изголодаются. Тут. Что? Музыку. Ну вот так сказать, голос из зала говорит, ребят, вы слишком много говорите, пора ставить музыку. Поэтому, чтобы разбавить, я предлагаю, так сказать, вы послушали сказку, а теперь можно послушать из раннего, так сказать, творчества группы «Попойка», чтобы, так сказать, уже возобновить память. Это группа «Побратим», можно сказать. Группа «Побратим». Я снимала своих клипов. Да. Это группа «Побратим», 100%. В седле пьяный в стельку ковбой.
Везет его кляча на старое ранчо, везет из салуна домой. А было ведь время, и старая кляча мустангом игривым была. И эту дорогу на старое ранчо быстрее проехать могла. Как же трудно, как не просто усидеть в седле. Это ж надо так надраться, что не бэйме. Он бы мог еще добавить, дело не в деньгах. Просто кляча мчится к ранчо на кривых ногах. А Джон на бровях. Корга, а девица, он помнил ее звонкий смех. Ковбой и не думал в салуне напиться, он силы им берег для утех. Сейчас, чуть не плача, ползет эта кляча в седле пьяный в стельку ковбой. Везет его кляча на старое ранчо, везет из салуна домой. Как же трудно, как не просто усидеть в седле. Это ж надо так надраться, что не бэйме. Он бы мог еще добавить, дело не в деньгах. Просто кляча мчится к ранчо на кривых ногах. Как же трудно, как не просто усидеть в седле. Это ж надо так надраться, что не бэйме. Он бы мог еще добавить, дело не в деньгах. Просто кляча мчится к ранчо на кривых ногах. Как же трудно, как не просто усидеть в седле. Это ж надо так надраться, что не бэйме. Он бы мог еще добавить, дело не в деньгах. Просто кляча мчится к ранчо на кривых ногах. Как же трудно, как не просто усидеть в седле. Это ж надо так надраться, что не бэйме. Он бы мог еще добавить, дело не в деньгах. Просто кляча мчится к ранчо на кривых ногах. А Джон на бровях. Ну вот, нам говорят, что микрофоны включены, мы можем продолжать нашу сказочную попойку. Да, вот то, что сейчас вы увидели, ребята, это, конечно, была авантюра такая, мы решили сделать клип. Но как он получился, судить вам, мне кажется, было неплохо. Так, к баранам возвращаемся. Не, я не про вас. Спасибо. Так, значит, ну что, значит, что я хочу узнать еще? Вот... Я так понимаю, что сейчас готовится новая программа. Спустя. 100% прав. И она уже как бы на стадии начала, середины, завершения? Она зачата и уже родилась. То есть она родилась? То есть, да. То есть ребенок родился? Ну, по факту, да. Ну, нужно его немножко подрастить. Да, мы его сейчас воспитываем. Да. Научить говорить. Да. То есть мы, в принципе, в ближайшее время, потому что я просто говорю, что это знакомство первое у вас, этой передачей. Поэтому я думаю, что если, так сказать, в ближайший там месяц, полтора, два, можно вас увидеть здесь будет на сцене. Я так думаю, что да, скорее всего, это будет очень вероятно, да, и это будет более реакционная какая-то программа, нежели которая была до этого. Это там была лайтовая. Да, нет, там было все очень построено на позитиве, на каком-то, все люди отдыхают, и все, и ничего такого. А здесь больше реакции. Загрузишь. Здесь больше реакции, да. Реакция на происходящее. Ага, то есть мало тебе пандемии, ты хочешь еще и загрузить дальше. Ну, на этой волне грех не выехать. Нет, я ни в коем случае не загружаю. Я наоборот смеюсь. А, Степ такой. Ну да. Похоронный. Конечно. Не, почему похоронный, господи. Боже упаси. Ладно, я сейчас переключусь по-армянски. Ну, в принципе, значит... Или перезвезусь по-еврейски. В ближайшем будущем мы будем вас ждать на сцене. Так. В любом случае. Ну вот. Вот, кстати говоря, я сейчас тоже отхлебнул, значит, вопрос у меня такой.
поскольку мы люди, не отвергающие алкоголь, так. Вот, то в принципе алкоголь в малых дозах, он безвреден в любом количестве. Вот не, какой алкоголь... Не только вреден, но и полезен. Да, да. Вот на Минске, вот у вас есть приоритеты? Потому что это же по случаю, там жарко пиво. Я в последнее время матерна люблю. Матерна — это кормление, да, для детей. То есть... Ну, у меня другой в башке не сидит, понимаешь? То есть, то есть твой ребенок... Ну, маленькая пьянча. Да, и ты? Нет, я не пью, но как бы все равно вот, любимый. Ты с утра встаешь, короче, у тебя вот эти, виски, вот эти вот слизняки, да, у тебя вместо век, да, они, знаешь, это... Вот, и ты идешь, короче, все равно мотать. Ну, я говорю, что потому что мотать. У тебя в руках виски, виски относятся к приоритетным напиткам. Не, я люблю пиво. А из крепких? Виски. Вот я и говорю. Пиво и виски. Он любит ёрш. Ёрш. Ёрши. Это следующая песня будет. Я уважаю хорошее пиво. Из крепко не умею. То есть с крепким нет? Нет. Не дружу, не умею. А потом на концертах вот для голоса. Там, слушай, коньячок. Давай мы не будем делиться самыми сокровенными тайнами, что мы на концертах делаем. Ну, давай не будем. Я согласен. Согласен, не будем. Вы все увидите сами. Так. Ну вот, значит, теперь вот как раз вот, ты зацепил эту тему. Вот, у меня такой вопрос. А, что значит вот текст для тебя? И вот почему текст вот такой именно рождается? Ты когда-то об этом задумывал, ну, потому что, ну, в принципе, направление какое-то есть, но ты же не пишешь, допустим, я когда пишу тексты, то у меня могут быть и про любовь, просто я терпеть не могу варенье в текстах, поэтому всяким способом стараюсь избегать это, не всегда получается. Но вот ты про варенье, я не слышал у тебя песен. Объясняю, вообще. Почему. Ну, во-первых, я не Карлсон, конечно. Да. Вот. Во-вторых, я человек всеядный. Вот, и пишу я про все, что хочу. И, соответственно, как то бы... что вижу, то пою? И это тоже. Да, но у него хорошо получается. Да. И вот. Это тоже. То есть у меня это как талант. Бы... Да, вот. Смотри, талант однако, это в данном случае, да? Талант однако. Вот, потому что все вижу, что пою, это чукчи в основном, да? Это вот эти вот... А, смотри, я же человек там урбанистический, нет, как-то да, там конечно, это сам подкованный. Конечно, просто знаешь, как, есть вот, ну, сегодня много, в принципе, вот, русскоговорящие, так сказать, слушатели, то они вот направление, и сейчас это как бы культивируется или эксплуатируется, грузилово. Но не то, что ты сказал, вот часто стебные, а именно такое, тексты, жить не хочется, как говорится. Ну это когда мне много два думал. Шага до... Это... А это поэтому в Москве и написано в метро, нет входа, а не нет выхода, понимаешь? Как? Да. Да, собственно говоря, каждого свои как бы приоритеты. Если грузиться, то со стебом, в принципе. Ну, я думаю, что даже грузиться не надо. Почему грузиться? Сергей вообще не грузится. Не-не-не, это не к нему. Я так просто спросил, ну надо же спросить. Ну, навскидку. Навскидку, да. Окей. Удовлетворен. Так, теперь, у вас есть кумиры? В себе есть. Ну, это вообще такое... Это... Все свое ношу в себе. Мы болеем этим практически все. Ну, а если вот так из музыкантов? Ну, а зачем? Зачем я создавал группу для того, чтобы любить другие группы, да? Блин, не откажешь просто в логике вообще. Любить себя в искусстве? Нет, почему? Я люблю группу, в которой я играю. Вот и все как... Ну, хорошо. До того, как она появилась, ведь у тебя был какой-то был. Образец для подражания? Той Долс. Ну вот уже. Да, хорошие ребята, очень хорошие. Чумовые такие. Ну то есть они как бы зерно посеяли в тебе? Да не, я их просто любил. Ну, мне нравится, и не то, что любил, мне нравилось их слушать. Ну да, есть, ну, слушай, нравится, ну и нравится. Взросло сказка, так сказать, благодаря. Ну, где-то. Может быть, да, они добавили свое, как говорится, свою лепту в создание того, что есть. А что у тебя, Алиночка? Кумиров нет. Я не понимаю, мне всегда очень жалко, когда из звезд делают кумиров. То есть, слава богу, ты не фанатеешь, ни от чего. Вот, прям совершенно. Просто нравится, не нравится? Нравится, не нравится, я даже не подхожу автографы брать, мне их просто жалко. Они уже работали, они устали, отпустите их домой. Да, после там 100-тысячного концерта отпустите человека домой. Отпустите пианиста, он играет как умеет. Я могу виски взять, да? Ничего.
Да. Вот, это самое. Там, правда, да, про пристрелите. Да, не стреляйте. Не стреляйте, пианист. Да, да, точно. Так, наш, про кумиров мы все поняли. А вот какими владеете инструментами, в принципе? Это не для меня, это для зрителей. Ну, я гитара и вокал. То есть я считаю, что это два основных инструмента, которые везде здорово катят. Да, от костра до сцены. По факту так. Да. И ты прав. Да, буквально. Гори, ну все огнем. А тебя к чему я приучили? Не имею музыкального образования. Ты просто талант. Мне просто нравится, и, видимо, это нравится остальным. Ну и хорошо. Душа. Душа. Так. Теперь так, в лирику несколько уйдем. Ну, мне как по вопросам. Вот, допустим, часто настроение создает любимый фильм какой-то. Ну, то есть, это часто отпечаток откладывают. Какие ты фильмы любишь? Ну, допустим, комедии, ужасы, любовь, боевики. И это, в принципе, может откладывать отпечаток на творчество. Вот, или по-другому, спроси, какой фильм тебе нравится, и можно предположить, какую музыку ты слушаешь или играешь. Вот мне так кажется, по крайней мере. Никогда не проводила такой параллель. А вот, вот допустим, да, понимаешь, вот допустим, вот ты ближе к какому формату фильмов? Ну, мне нравится там, где есть смысловая нагрузка. То есть больше, в темноте. Больше тараканистая такая. Философская несколько, да? Даже немного от чернухи. Даже чернухи. Да. Ну вот, да, видишь, все-таки, теперь мне несколько понятно, все-таки, да. Okay. Но это не комедия и не драма. И не комедия, не драма. Нет. Либо сказки. А, сказки, то есть прекрасные. Фэнтези, фэнтези ты имеешь в виду, да, вот? А почему Гарри сказки Мир и Драконы? Да. Что? Почему фэнтези называется сказками? Ну, сказки с детства еще? Есть много сказок. Ну, есть да. Гарри Поттер, есть Гейм оф Тронс. Да, но это все-таки сказки. Пускай они как бы из другой культуры, но это сказки. А 9 жизней Нестора Махно. Я тупой. Вот. А почему? Прямо как ледокол. Ну, потому что анархия. Да не просто потому, что это анархия, просто я вижу, мне очень интересно наблюдать за жизнью человека, за его судьбой. Как он это все смог сделать? Ну, на самом деле, знаете, вот так вот я вот думал вот про вообще про анархический образ, то в принципе многие путают анархистов с гопниками. Опа, приехали. Я думаю, что одно другого не мешает. Нет, ну я к тому, что вот, допустим, Сережа, он анархист. Гопником его никак не назовешь. Понимаешь? Поэтому, ну как, ответ принят. То есть я удовлетворен. Мне кажется, ты что-то перепутал. Нет. Нет? Ты думаешь? Выключай камеру. Сейчас договорим. Ладно. Так, ну вот, в свое время мы с вами выступали вместе на одной сцене. Очень этим горжусь. А вот сейчас из, так сказать, площадки нашей песочницы израильской, ты бы кто-нибудь с кем-нибудь захотел, так сказать, какой-нибудь совместный концерт? Ну, вот как мы, как была попойка сказочная. Дело в том, что такой сказочной попойки уже не будет. Да. Это раз. А вот два, на самом деле, да, есть очень интересные ребята, с которыми хотелось бы поиграть вместе и все остальное. Там Петя. Я вот, думаю, согласен. Что вот слышал, я только подумал, да. Да. Я надеюсь, он тоже хотел бы его здесь увидеть. Ребятки очень классные. Они же продолжают творчество. Да нет, есть еще куча всех. Ну, всех перечислять я сейчас. Этот вариант не исключен. Абсолютно нет. Потому что, как практика показала, вот такие совместные тусы и игра, она, в общем-то, нормально, она объединяет, во-первых, публики. Ну, понятно, есть свои, как бы, друзья и окружение. Но у нас так получилось, кстати говоря, что наши любили публику вас, а ваши любили нас. И, то есть, это... А мы всех, собственно говоря, да. Да, да, да. Ну, из этого ничего, к сожалению, не родилось, мне кажется. Или что-то родилось. Нет, ну, как, ну, к сожалению, вот именно. Я вот, может, время прошло. Я не понимаю, почему тогда это не получило распространение и
популярность. Нам, нам нужно было двигаться именно вот в этом направлении дальше просто. Мне кажется, что если мы вот сейчас еще раз попробуем... Если мы сейчас... Это мы можем порвать Израиль. Да. Ну, в таком случае мы это сделаем. Тогда мы рвали Израиль. Сейчас мы его порвем еще больше. Я так думаю, что скоро, кстати, будет происходить интересное мероприятие, как рок-пикник. Там, где приедут врум-врум вот эти вот все байкеры, там все остальное, да? У них хорошо. Ох, да. Можем, уже нравится. Мы можем совокупиться. Вот надо будет тогда совместными усилиями с ребятами с нашими пообщаться. Может быть, что-то получится. Кстати говоря, как там у нас по времени? Мы подходим к следующему музыкальному произведению? Ну, значит, у нас сейчас пойдет сказка 40 градусов жара. В тени. В тени, если я не ошибаюсь. Да. Take me back to school. Жир. Амисибациум. КБЦБЕ. И на желтом автобусе в школу еду. Двойки, пятерки, дневники, учителя и ученики. Сердце стонет от тоски. Школа, 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 попусти. Решение подростковой проблемы, не дави прыщи. Просто стань эмо и кури с банками, банки на заднем дворе. Забудь о двойках, дневниках, учителях и учениках. Да идите вы на... Шагаю, школа, о тебе вспоминаю я. Ну вот и все, выпускник, держись. Здравствуй, радостная, взрослая, живи жизнь. Взрослая жизнь. Правильно ведь я говорю? Вот. Ну что, в таком случае сейчас будет вопрос к Алине. Ну, вы послушали эту песенку, вы поняли, в чем смысл 40 градусов в тени? Это же, в принципе, про нас.
про нашу любимую страну. 40 градусов в тени, 40 градусов внутри. То есть, ну вот, 40 градусов. Ариночка, совпало, да. Скажи мне, а вот ну, сколько ты уже с ними поешь? Ну, 9 лет получается. 9 лет. А вот представь себе через, еще через 10. Прекрасно. Вечно пьяный, вечно молодой. Вечно. То есть, наверное, ну, про Сережу я не сомневаюсь, как бы он всегда как батарейка. Ну, я стараюсь. Да, 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 да. Уже 9 лет. 9 лет. Да. Молодец. Это уже как бы, да, хороший. Очень, очень хочется, конечно, вас увидеть. Вот я уже вас не видел. Ну, страшное количество времени, на самом деле. Вживую. Это очень интересно. Я даже завидую зрителям, которые вас ни разу не видели. И у вас будет возможность, если когда наконец нас отпустят. Ради бога, простите. Ничего страшного. Присоединись. Когда нас наконец отпустят пандемия, и мы сможем уже присутствовать на живых концертах. Я думаю, непосредственно. Не так через телевизор, как вы будете смотреть буквально там какое-то время спустя передачу. А именно прийти вот сюда, прийти на крышу или прийти в зал и послушать вживую. Ну, надеюсь, нас услышат сверху и, так сказать, помогут в наших желаниях. Ну, очень надеюсь. Теологический подход у тебя. Ну, теологический. Да, а что делать? От слова тела. Войне все средства хороши. Тео, да, да. Ну, я без О. От слова тео, и как бы не совсем тело. Без О. Да, окей. Ну, да. Кстати говоря, я вот сейчас у Алины спрашивал, какой она себя видит через 10 лет в сказке. Она говорит... Все так, такой же красивый и замечательный. А ты? Ну, и так же. Такая же хрень. Это они так говорят, потому что я держу их в страхе, понимаешь? Да-да-да. Боитесь? Она спорит по полной программе, да. Ладно. Что кроме... музыки, ну, это же музыка, понятно, это любимые детище, любимый ребенок, кроме ребенка, который есть любимый. Ну, есть четверо еще? Какой? Четверо, мамочки мои родные. Да, да, не вспоминаю. Ну, в таком случае, даже боюсь спрашивать у человека, у которого четверо детей, о хобби. Есть оно? Да, есть. Какое? Ну, мы сейчас вот здесь зачем сидим? Вот за этим? Это ну, хобби? Да. Нет, не, я не про это. Я про музыку. Там а, все... Нет, музыка это да. Не хобби, okay. Я считаю. Музыка это образ жизни. Дети это обязанности жизни твоей. А uh-huh. Хобби какой ты? Ну, допустим, я, в таком случае... игра в городки. Я думаю, нет, что... я не играю в городки. Я играю, допустим, в это самое, в мячи. Это что? Ну, там мячом машешь туда-сюда. И слева теннис. Наша рать, и справа наша теннис. Рать. Теннис. Хорошо, теннис. С перепою, мячом помахать. Ну. Меч в смысле? Настоящий руках, деревянный меч. А я подумал мяч. Нет, дюралевый. Ага. Так ты еще и у нас ролевик? Да. Есть за мной грешок. Секунду. А, кстати говоря, здесь передача была про вот, об этих людях. Там, где в, это, в подбрюшье меч втыкают. Ну, так это вы где-то собираетесь, наверное, да, там машете? Я в последнее время нигде уже не собираюсь, потому что, ну, сам понимаешь, нету времени. Интересно, никогда не был, никогда не был. Мне скучно в саду это было когда-то. Это был... Алиночка, а ты, у тебя есть увлечение? Ну, я играю в Международной лиге по волейболу. Прости? Я играю за команду Израиля по волейболу. По волейболу? Я волейболистка. Да ладно? Да. Приходите на мои игры. У меня была много лет назад знакомая. Приходите ко мне лет. С мячом. Она была волейболистка, она играла в таком клубе, как ЦСКА. Был такой клуб. О, да, был такой клуб. Я даже занимался. И при моем гигантском росте, 1.72 м, не боюсь этого слова, вот, моя знакомая была 2 м 7 см. Когда мы ходили гулять, делать легкий променад, то я шел на тротуаре, а она, чтобы не пугать публику и не сконфузить меня, шла по обычной дорожке. Это было 2.07. Ну, для меня просто... поэтому девушки-волейболистки, это угу, у них удар 800 килограмм. Удар и рост, это не всегда... Я тебе скажу больше. Дается вместе. Мне когда поставили на тренировке с одной девочкой, у которой был коричневый пояс под дзюдо, а у меня был всего лишь желтый, и который мне говорил, ты так сильно не волнуйся. А ты я волновался. Я мандражировал, потому что это все-таки девочка. Как я могу, там все такое. Она, ты не волнуйся. И, ну и понятно, что у меня. Ну, вот, она мне сломала 2 ребра.
Она любила тебя. Нет, она меня, да, она меня очень полюбила в этот день. Главное, что ты не маловал. После броска она упала мне на два ребра. Да, волейбол, это же там надо иметь, во какие эти, бицепсы, трицепсы. А ты у нас такая душа. Нет, это неправда. Нужно иметь хорошую технику. В тихом омуте. Хорошее увлечение. Да. В тихом омуте. Да, да. Поэтому ты видишь, почему она так себя прекрасно выглядит и чувствует, да? Ровно поэтому и заметили. Замечательно. Так, ну, в принципе, о мечтах. Есть какие-то заветные? Ну, я как человек, у которого четверо детей, у меня уже заветных мечт. А, я знаю твой заветную мечту, пятого. Да ну, хватит уже. Нет? Ну, Хаим, лавочку закрой. Да? Все, лавочку закрываем. Да, я думаю, что так, чтобы они выросли, у них все было зашибись. Ну, такой заветной мечты нет. Вот знаешь, вот есть несбыточная, пускай. Чтобы Алина стала чемпионом волейбола по миру, по всему. И ты мог говорить, моя знакомая лучшая певица. Ну, что ты пристал? Она чемпионка мира по волейболу от команды Израиля. Ему что-то нужно, вероятно. Ему что-то нужно. Да, это неспроста. А тебя мне уже где-то порядка лет 10 что-то нужно постоянно. Ты не этого она выполняет функцию, она душа. А у тебя есть мечта? Ну вот, стать чемпионкой мира, допустим, да? Это серьезная мечта. А что, неплохая, кстати говоря? Ты хотел выражать. И у меня будет новая чемпионка мира. Я каждое утро мечтаю об этом. Нет. Очень циничный человек. Да. Нет мечты? Нет, вот есть прямо... цели. А ты видишь разницу между целью и мечтой? Да, конечно. Мечта цель исполнимая, мечта, мечта эфемерная в этом смысле, да? Ну, да, как только я приду к своей мечте, куда я пойду дальше? Больше полиморфная. Ага. Ну, это если одна мечта, в принципе. Ну, да. Ну, в общем-то, это логичный ответ, да? Что, пришел ты к этой мечте? Здравствуй, здравствуй. Вот она я. Дальше-то как жить? И что с тобой дальше делать? Привет, вот тебе ты кто? Утюг. Я мечта. Да иди со своим утюгом. Да, ну понятно. Ясно. Так, ну вот это вот вопрос следующий. Он такой, он может сочетать его, кстати, с предыдущим про мечту. Угу. Что вдохновляет в творчестве вас? Да все практически. Ну как, я бы что все, пандемия? И это тоже. Угу. Она может провоцировать. Это не, она не вдохновлять, как она может? Ну, секундочку, а как же ты думаешь, что тебя не может вдохновлять что-то, что происходит вообще вокруг? Огорчать может, а вдохновлять пандемия. Нет, будем так говорить, чтобы, допустим. Огорчать и вдохновлять — это разные вещи абсолютно. Я, допустим, даже где-то, ну, не спасибо, а может быть благодаря. Допустим. Благодаря тому, что год находишься, так сказать, в принципе, в замкнутом пространстве, прет, как говорится, если есть чему. Вот, допустим, у меня тексты идут просто вот, заразы. Значит, тебе нужен покой, если людям нужны события. Упаси Господи, покой. Боря, я тебя услышал, я тебя услышал. Дело в том, что я не находился в замкнутом пространстве ни разу за все это время. Да. Угу. Вот, ну, да, образ... Все окружающее меня всегда радовало. И ты знаешь, отсутствие людей на улицах, там всего остального, это тоже радует. Радует тоже. Меня это тоже радовало. Клянусь. Я даже немного расстроена вот сейчас. Ну, действительно, да. А правда, это иногда так радует, когда едешь на машине, и ни одного гада на дороге. Да, это прекрасно. Но это к творчеству мало имеет отношение. Почему? Вдохновляет. А, хотя, с другой стороны, ты можешь ехать и напевать, и тебе ничего не мешает. Ты можешь даже вот из полосы в полосу. Есть новая песня про это. Ты можешь ехать напевать, и никто тебе не сделает замечание. Потому что полицейских нет, им некого останавливать. Нет, почему? Полицейские есть. Но они на въездах и выездах из города. У них лужи огромные вот эти вот, которые под машинами, да, которые за 2 часа натекли из-за мозгана, из-за кондиционера. Да, и прям видно. Да. И они сидят в машине, и они делают вид, что они власть в Израиле. То есть по факту они стоят вот именно вот так вот. То есть я не знаю, насколько это аполитично, то, что я говорю, или нет. Но... За это сажают только в России. За что? Здесь можно? Да, спасибо. В России я сяду, а здесь нет. За что ты имеешь в виду? За слова ненормативной линии? За оскорбление власти? Нет, я ни в коем случае не оскорблял, просто как бы воспроизвел то, что они... Я оскорбляю.
Нет, я не буду оскорблять. Но это не оскорбление, нет. Ты имеешь право высказать свое мнение. Как можно оскорблять то, да, чего нет? Золотые слова. Так, ну ладно, уйдем от политики, к чертовой матери. Так, а вот такой вот вопрос. Артист без публики, он может быть, но это уже как бы, это с зеркалом, репетиция скорее. Вот что для тебя зритель? Я понял. Сейчас тебя, я уже не раз говорил об этом, это уже было в каком-то интервью, кстати. Я помню, как мы выступали на Арбате, к нам пришло всего 3 человека. То есть, но это были таких 3 человека. Да, это 100% были таких 3 человека, ради которых стоило выступать. Во-первых, у них там был умывальник с писсуаром прямо под умывальником. Этого я не забуду никогда. Это я никогда не забуду. Да. Вот. И был человек, который спал весь концерт. Вот так вот, на столе. И когда мы закончили, он сделал вот так. То есть это для нас это было, то есть это, во-первых, мы бесплатно порепетировали, во-вторых, мы... Высшая оценка. Причем это было параллельно с концертом Макаревича. В смысле, в одном... Он выступал на Красной площади. А, тоже. А, это именно в тот день? Да, именно в тот день. А, я был на этом концерте. Значит, я был от вас... А мы не были. Я был на концерте, я был от вас в 2 шага. Практически. Просто уточнить. Да. Мы не были, к сожалению, на концерте. Ну, понятно, потому что вот этот вот, своем. Вот этот вот не давал уйти со сцены. Не, он не хотел уходить. Он не мог. Не то, что не давал нам уйти, он не хотел уходить. Мы для него играли. А у тебя, Алин, а для тебя зритель что-то дает, тебе задает? Вот, ну вот, ответка такая для тебя важна? Да, конечно. Потому что иной раз, знаешь, так выступаешь, и ты понимаешь, ну, бывает же такое, ну, понятие, ты должен раскачать публику, да? Первая песня. Нет, ну такого практически не бывает. Там вторая, там третья. То есть я не... Ты знаешь, это бывает, знаешь, когда? Когда ты не перешел не к своей публике, а такое случается. Знаешь, раньше такие были шефские концерты. Понимаешь? Где, допустим, если тебя делать концерт в тюрьму, в армию или в этот, где алкоголиков лечили? Ну, Гумиля это называется на иврите. Ну вот. Эней какой-нибудь. Да. То есть там публика очень благодарная. Угу. Она рада всему. Вот гимн Советского Союза, аплодисменты и танцы. От тебя, допустим, привезли в какое-нибудь другое место. Ты не привезли, ты там выступаешь. Вот это может быть. Представь себе, что публика, не то, что ты ей не нравишься, она реагировать не может по-другому, в принципе. Это вот будет напрягать? Это будет напрягать, но так не бывает. Всегда, когда у тебя даже есть там 15-10 человек, есть хотя бы один, который начнет тебя слушать. И если ты не провис, то есть, можешь вытянуть зал. То есть ты должен, знаешь, как обычно, что ты должна в публике, вот стоит, сидит 100 человек. Найди одного, ты должна играть одного для человека и для него играй. Остальные да, потянутся. Да. По-другому не работает. Все правильно. Все по Фрейду. Все сплошная классика. Так, я там случайно задел. Секундочку, у нас сейчас что, психологический анализ тут идет или что? Но это нет, не это не у меня. Я-то вас знаю. Окей. Публика же должна знать. Сейчас да, когда станет картинки. Ну тогда действительно по Фрейду. Я разговариваю. Предлагают поиграть музыку. Давайте поиграем. Да, сейчас. Ну вот, мы у нас такие черно-белые, как шахматная доска. Песенка ваша, песенка попойки. Песенка ваша, песенка попойки, чтобы как бы напомнить людям о том, что еще люди живы. Да, с удовольствием. Да. Сейчас будет у нас, вероятно, попойка, да. Сейчас мы вас вернем. Что, идет очень? Алло, Техас! Жарко в Техасе, солнце припекло. Жарко так, что прилипает к заднице седло. Тут не будут в моде точно никогда тулупы. Тут так жарко, что потеют, веришь? Даже трупы! Солнце в зените, пыли страшный зной.
маленький техасский сити прискакал ковбой. Суток двое он в дороге под лицо залил. Лошадь еле тащит ноги из последних сил. Ха-ха-ха! У салуна в панталонах девочки толпятся, предлагают, кто желает с ними прогуляться. Кружева, корсеты, боже, глаз не оторвать. Но ковбой состроил рожу типа наплевать. Эх, мать! Эх, мать! Наш герой свою кобылу к стойлу привязал, и ее под хвост зачем-то он поцеловал. Люди в шоке, лошадь тоже, а в глазах вопрос: what the fuck? Для чего кобылью жопу целовать за сос? Может, от жары смертельной, может, от тоски. Может, солнце так нагрело, что стекли мозги? Нет, с мозгами все в порядке, и в башке немало. Просто трещин на губах слишком много стало. Да-да-да-да! У салуна в панталонах девочки кружатся, предлагают, кто желает с ними поиграться. Кружева, корсеты, боже, глаз не оторвать! Но ковбой состроил рожу, типа, наплевать. Эх, мать! Эх, мать! Может, ты лекарство в жопе у нее нашел? Ну, Рафил. Нет, конечно, нет, ребята, тут в другом прикол. Целовать ее туда сладко не бывает. Ну, облизываться, братцы, точно, точно отучает. Салуна в панталонах девочки толпятся, предлагают, кто желает с ними прогуляться. Кружева, корсеты, боже, глаз не оторвать. Но ковбой состроил рожу типа наплевать. Садули в огороде, девочки толпятся, предлагают, кто желает с ними поиграться. Кружева, корсеты, боже, глаз не оторвать. Но ковбой состроил рожу, типа наплевать. 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 Ну что, вернулись, так сказать, к нашим студийным делам. Я вот подумал, чтобы несколько, мы так посоветовались в паузе, чтобы несколько, а то, по-моему, очень скучный у нас эфир, наверное. Нет, вопросы такие серьезные. Почему? Очень веселый. Очень я подумал, веселый. Просто, знаете, так, чтобы разбавить, насыпать в чай сахара или соли, или анекдоты кто-нибудь помнит? Музыкальные. Ну, хорошо, допустим. Ты помнишь какой-нибудь, да? Да, помню. Когда, значит, происходит концерт группы, значит, играет человек, девушка в него влюбляется, значит, прямо с зала, все, прямо все, подходит к нему, говорит, поехали ко мне. Она ему говорит? Да. Они едут к нему с порога, начинают совокупляться. Она ему кричит: вот это ты мужик, давай еще раз. Он говорит: подожди, я посплю. А, приехали к нему, извиняюсь. Приехали к нему. Вот, я посплю, а ты пока за фаллос держись двумя руками.
она держится, он 5 минут спит, он просыпается, опять начинается точно такая же канитель. Она говорит, во, я вот этот мужик, давай еще раз. Нет, говорит, я еще 5 минут сплю, держись за фаллос двумя руками. И вот так с периодичностью в 5 минут они дошли до утра. С утра сидят, курят, все нормально, значит, она такая, блин, все было здорово, классно. Говорит, а что, единственное, я не поняла, зачем мне нужно было за фаллос двумя руками держаться, там, вот это вот 5 минут, там, пока ты спишь. Он говорит, ну, смотри, мы с тобой только познакомились, а у меня тут деньги, документы. Кошмар! Неожиданный финал. Я так, пока ты говорил, я так представлял, чем же это может закончиться. Неожиданно, абсолютно. Да. А музыкального в этом что? Музыка... Ну, на музыкальном, а в это время на концерте а познакомился. Да. Эх, Петро зашел. Олег, что у тебя есть? Лист. Про музыкантов. Я так сразу не припомню. Нет. Наверное, нет. По-моему, потому что мне тут понравился анекдот, тоже музыкальный, про музыканта, когда, значит, играют произведение, гитарист подходит к барабанщику и говорит, сейчас играем пауза, I love you. Он говорит, и я тебя тоже, а играем-то что? Я сомневаться начинаю. О теме передачи? Ладно, все, опять вернулись к серьезным вопросам. Так, о, замечательный вопрос. Вот говорят, что творческие люди, ну, реально творческие, которые как бы для них это что-то, они, в общем, в принципе, все психи. Я тебе больше скажу, они ебанутые. А, нельзя, пардон. Значит, я тебе скажу так, что люди с, как бы это назвать-то, господи, с, не знаю, Алин, ну, помогай. Отвлеченные от реальности, что ли, я не знаю. Нет, ну это все глупости на самом деле. Что значит творческие люди вообще? Что значит творческий человек? Творческий человек, ну как, для которого, ну, который в принципе, кроме того, что он, допустим, рулит или копает или носит, вот, а вечером он еще может, допустим... Или программирует, или еще программирует, что-то. Там, да. Да, там, ну, то что это человек, который может повысить. Что-то сочинить, да. Не, ну, я вкладываю в слово сочинить, не обязательно текст или музыку, а вот что-то придумать. В принципе, вот ты придумал коллектив, ты придумал песни, ты сочинил слова, ты творческая личность. Музыка. Алиночка то же самое, всю жизнь, потому что и в семье такой жила. Но вы психи? Да, есть. А похоже? Да. Да. Ну, значит, так. Похоже. Нет, опять же, это мое мнение. Нет, но предсказуемо. Вы согласны, в принципе? Не может быть интересен. С точки зрения социума ты прав. Ну вот социума такого, стандартного как бы, а да? С нашей точки зрения? Ну да, именно с нашей точки зрения мы все нормальные. То есть мы-то находимся в своей, так сказать, песочнице. Варимся в своей кастрюле. У всех свои вольты в голове крутятся, да, 100%. Вот, мы в любом случае, да, мы психи. Я больше того скажу. Окружающие кажутся психами нам. Вам не кажется, что окружающие нас люди иногда нам кажутся не из песочницы? А что ты взял, что мы на окружающих смотрим? Ты как завернул? Прям даже не знаю, что тебе ответить на этот вопрос, действительно. Ну, талантливых людей немного, ну, да. И поэтому все-таки норма – это не мы. Сделаем скидку на твой талант. Вопрос меня поставил в тупик. Так, ну ладно, допустим, вот это точно не про тебя, есть такой вопрос. Как вы себя чувствуете перед очередным выступлением? То есть волнуешься ты или нет? Я ни разу не замечал у тебя этого состояния. Я очень волнуюсь всегда. А где ты это прячешь? В гримерке обычно. Оставляешь там? Да. Потому что ни разу не замечал. Вот знаешь, просто человек... Я. А ты видел когда-нибудь Ози Осборна, Цоя там, или еще, который волнуется на сцене? Они волнуются в основном там. Потому что я думал, что... И у меня, честно, складывалось впечатление, потому что я, допустим, не то, что волнуюсь, я думал всегда, вот как я... С чего начну? То есть, когда ты входишь в воду, уже там поплыл.
Вот этот момент, первый шаг, как выйти. Но на него глядя, сколько я его видел, и, то есть вообще не ассоциация никакая с тем, что человек может волноваться. На сцену, со сцены, со сцены. Там, у тебя, по мне, так нету. Вот глядя на тебя, я скорее поверю, что ты волнуешься. Вот, допустим. Нет, Сережа тоже очень волнуется. Да? Серьезно? Бурдюк-бурдюк, но да, он переживает. Так он широкой души человек. Еще какой. Из песни слов не выкинешь. Да. Ну что, так, есть у вас какие-нибудь приметы, перед, связанные с выступлениями? Или амулеты, или приметы какие-то? Вот приметы, связанные с тем, что вот сегодня будет хорошо, или вообще не будет хорошо? Или вот есть какая-то примета? Кошка перебежала там, или еще что-то? Я шнуру молюсь, шутка. Нет? Да, у нас в зале даже его портрет висит. Да ладно? Над компьютером. Серьезно? Ну, не, ну это не примета. Это скорее амулет. Это амулет. Икона? А приметы никакой нету? Там шнурок развязался. Нет, нет. Шнурок развязался лет 20 назад, насколько я помню, когда группа «Ленинград» это сам создавал. Это хорошая шутка. Ну, хорошо. Значит, на этой веселой ноте мы включим музыкальную паузу. Вот. И уже, так сказать, будем потихонечку. Сейчас вот закончится пауза. Мы, наверное, попрощаемся, но перед этим послушаем очередную песню легендарной команды «Сказка». И сейчас будет песня «Школа», кажется, да? Или «Жигули». Я думаю, что пусть будет... А там уже выставлено. Сюрприз. Там уже выставлено. Да, это сюрпризом будет. Песня «Сюрприз». Ba-b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 a
еще раз, вернулись в очередной раз. Вернулись для того, чтобы поблагодарить, во-первых, это место. Арт-холл, Тель-Авив. Замечательное место, где собираются замечательные ребята, во-первых, во главе с замечательными ребятами, владельцами этого места, которые, в общем-то, придумали потрясающую вещь. И с нашими гостями, замечательными, легендарными сказочниками. Ну, самым главным сказочником и душой этого сказочного коллектива. И, в общем-то, я теперь надеюсь, что в следующий раз я уже смогу увидеть расширенный коллектив. Кстати говоря, те же все же остались в коллективе. У нас менялся гитарист очень часто. И все. Так, по факту, да, все остальные остались. Ну, тогда замечательно, значит. Сказка... Вся банда в сборе. Как шоу должно продолжаться, да? Мозгован. Сказка должна... Кто это говорил, ты не помнишь? Сказка... Это, по-моему, Фредди Меркьюри. А, да. Поэтому сказка должна продолжаться. Значит, я надеюсь, что мы это увидим. А как бы... С хорошим концом. Да. Вот, а для телезрителей, я скажу, что радио, телеслушатели, зрители, что следующая передача будет также во вторник. И если все получится у ребят, то этот эфир будет повторяться в Йом-Шиши, в пятницу. И следующий вторник мы опять будем ждать очередных гостей. Анонс вы увидите по информации. Вот, Насим, рад всех приветствовать и прощаться одновременно с вами. Ребята, спасибо вам большое. Спасибо, Варя. И тебе не хворать. Арт-холл, спасибо вам большое. Смотри, какой. Всего хорошего и до свидания. Ура! Счастливо!